Алло, здравствуйте, это водитель вас беспокоит. Слушайте, а у вас точка подачи изначально была снаружи здания же, да? Да. А вот у меня вот, а сейчас вот вы изменили на внутрь, да? Да. У меня просто время подачи-то не изменилось. Вот. Да. Просто я исходя, я так, взял заказ, исходя из одной ситуации. Ну, там... Давайте это мне. Да, можете там, да, отменить. Хорошо, хорошо. Пожалуйста. Короче, у чела... Чела был заказ, короче. Одна точка подачи, он изменил, и просто время выросло, блин, с одной минуты до шести минут. Вообще, блин. Заказ отменил, короче. Куда он отменился, блин? Сейчас напишет, что водитель попросил отменить заказ. Стопудово, блин. Да и пофиг, на самом деле, блин. Пускай, блин, Яндекс там разбирается с ним, что они. То есть, короче, это, видимо, к нему никто не ехал, он это, заказал в одну точку, а потом поменял точку подачи, блин. Такие, блин, красавцы просто. Напишите в комментариях, вы поехали? Я не поеду. Вот сейчас мое настроение таково.